Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саводитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Винда Банам Манохарам Банчакалпатарувашчакипасиндубевача Патитананг павунибха вайшнавибхьо намо намаха Мукхан кароти вачаланг пангунланг хайтигирим Яткипатамаханг банди парамананандумадвам Бриндавай тулсидеббай пиявай кесвасача Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мадира Санкиртане кишна катхо падеша Гаурия патрашо прокасане ча Саданурахта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод баруна Дейям сада парибхавагна бхавишта духам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам банатопалла бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ятпада паллавана кхачандамани чатай Биспуражита камапикаводу свадарши Пурнану рагра сосагра сарамурти Сарадхикамай кадам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита гададхара сивасади Гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита гададхара сивасади Гаура бхакта винда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Санкиртанай кавитару камала ятакшо. Вишамбару, Виджавару, Джагадхарма Палу, Банде Джагат Приякару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктим Ча Муктим Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Нарана Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вивиши табам бхагам Нараяно прияманго мада парам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир джасва ча бхакшаси Ясьясте хридая самбит Там нишинга махам бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Эвам гуру пашнайка бхактя бидда кутарена ситена дхира
Bibrischa jiva sayamayam apramatto sanbrischa atmanam atho tajyastam. Evam guru pasunaika bhaktya vidya kuthare na sithe na dhira Bibrischa jiva sayamayam apramatto Bibrischa jiva sayamayam apramatto sanbrischa atmanam atho tajyastam. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that I am ready to go to hell forever to serve Paramahansa Jagadguru. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что ради служения Парамхамса Джагадгуру я готов отправиться даже в ад на долгое время. Садгуру Сева – это лучшее служение. Шрила Прабхупад много раз говорил, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Guru Sushasanam Nahamu Sarva Dharma Tamattama, all topmost Sadguru Seva. Guru Sushasanam Nahamu Sarva Dharma Tamattama. And after that written word, и после, что говорится, ничего более благоприятного, чем Guru Seva. Я говорил в эти дни о том, как мы можем осознать, кто такой подлинный ученик. В начале всего, если вы попытаетесь искать во всей Брахманде, то такого, как Шукадев Госвами, кто может так говорить Харикатху, вы никого не найдете. И если сравнить тех, кто может слушать, то так, ну, может, найдете кого-то одного или двух, но если поискать еще более внимательно, и нельзя найти того, кто мог бы принять его учение полностью, такого как Парикшит, и поэтому это очень редко, это не шутки. И поэтому в шастре говорится то, что если вы находите, что кто-то может говорить Бхагават-таттву, но все же слушатель, ученик, он еще более редок, чем подлинный гуру, подлинный учитель. И вот о качествах ученика я говорил в эти дни. Тот, кто готов исполнять указания Гопад Падмы без всяких аргументов. Садгуру, он может занять вас в служении и дать вам силу. Я могу проповедовать по всему миру, но без милости Гурудева, как это возможно? Милость, она всегда приходит от Го. Если кто-то делает что-то особенное, это делается Гурупад Падмы. И поэтому те чистые преданные, они никогда не заявляют, что они что-то делают. Никогда не присваивают какие-то заслуги себе. Они все заслуги отдают Гурудеву, Гурупад Падме. То, что они чувствуют, что через них действует какая-то высшая сила, а не они сами. Поэтому Гуру Сева, она очень важна. Кто может исполнять Гуру Севу без всяких возражений? Мы знаем случай Куреша. Куреш, он был готов рисковать своей собственной жизнью. Куреш был очень
с огромным вдохновением он хотел служить Гуру Падме. И таким образом наша Гурварга, они пытаются лучшим, как можно лучше служить Шри Прабхупаде. Я говорил, та шлока, с которой начал с самого начала, она очень важна. И вот говорится, что то, как мы должны служить Гуру Падме, это очень сокровенный путь. Самопредание хорошо, каждый может сказать, что он предался, но стопроцентное самопредание, без этого, и потом предаться полностью, буквально продать себя Гуру Падме, как вот в этой шлоке говорится. В Бхагаватам говорится, как можно, как наилучшим образом мы можем объяснить это, к самопредание. В Бхагаватам приводится такой пример. Как если мы идем на какой-то рынок и покупаем какое-то животное, приводим к себе, если плохо относиться к такому животному, то животное не возмущается. И вот здесь говорится «викрито пашурьята». И вчера я говорил о том, что говорил Шрила Прабхупад, что я готов опуститься на любой уровень для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани. Обычные люди не могут понять значение всего этого. Они часто превратно понимают, что кто-то может отправиться в ад, как это. Но ради проповеди Шри Чайтанья Вани мы готовы на все. И это наивысший идеализм Юкта Вайрагья. То, что говорит Шрила Прабхупад о том, что он может снизойти на любой уровень ради подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани, но как мы можем это понять? Только Шримати Радхарани, у нее есть такое настроение, у Лалиты Вишакхи. И те, кто вечные те спутники, они только могут понять. Юкта Вайрагья – это такое очень чувствительное, что обычные, если вы хотите понять применением своих органов чувств и ума, то можете превратно понять. Юкта Вайрагья – это такое нечто очень чувствительное, что обычные люди не могут понять этого. И поэтому Чайтанья Махапрабху привел такой пример. Санатана Госвами Паду. И этот пример очень эффективен. Но обычные люди не могут понять его. Если Чайтанья Махапрабху говорит Санатане, что целомудренная женщина, у нее нет никаких личных желаний, и она бескорыстна. Целомудренная женщина не думает о себе. Это глубокая философия ведической культуры. Не каждый может понять, что как это может быть. И вот целомудренная женщина не должна быть никаких личных желаний. Никаких прав. Она должна быть полностью предана своему мужу. Я знаю, сейчас сложно в этом обществе такое представить, практически невозможно, но
Без этого вопрос супружества бесполезен. Веда в Самведе описывается мантра о замужестве, о супружестве, но мало кто понимает в процессе вот авивахаяги, этот пуджари произносит эти мантры из этой веды, но кто их понимает? Когда? Ну, имеется в виду классическая такая обряд супружества по всем ведическим правилам, даже умирают они в одно время. Такое у них единство. И поэтому во время произношения этой мантры и во время этого вивахияги произносят эту мантру. Что твое сердце – это мое сердце, и то, что мое сердце – это твое сердце. Имеется в виду, что сердца объединяются двух душ. И вот смысл вот этого ведического обряда вивахаяги. И вот здесь говорится, что целомудренная женщина готова даже служить какой-то проститутке, которая удовлетворяет ее мужа. И это называется целомудренностью. Махапрабху приводит такой пример. В нашем Гаудия-обществе, Гаудия-баджане, мы узнали об этом от Шримати Радхарани. Она готова на все ради служения Кришны. Она может обмануть свою свекровь, своего мужа, местных жителей. Она может одурачить всех, чтобы служить Кришне. Она готова встретиться с любыми последствиями, которые могут прийти в ее жизнь ради служения Кришне. И вот она надеется, что может совершать Кришна Севу. И это очень сокровенное, мы должны узнать это. Но откуда и как? Шрила Прабхупада ушел, Бхактивинода Тхакур ушел, и наши Гурвага, они покинули этот мир, и пустота образовалась. И мы опечалены этим. И вот Шрила Прабхупада, он цитировал две шлоки, которые написаны Рупа Госвами Пада в Бхакти Расамрита Синдху. И вот Бхакти Расамрита Синдху, наш Рупа Госвами Пада, написал эти шлоки. И вот эти две шлоки – это ключ. Чтобы открыть дверь на путь Гаудия Баджана, мы должны достичь такого уровня осознания, чтобы начать совершать Кришна-севу. Кто-то говорит в храме, что кто-то поклоняется Радха-Говинде. Пуджари пошел в храм поклоняться Радха-Говинде. Но Шрила Прабхупада говорит, они не поклоняются Радха-Говинде. Радха-Говинда, хотя там вроде бы находится, но максимум Лакшминарай, они поклоняются. Но выше их сознание не может пересечь этот предел. И вот они так поклоняются максимум уровню Лакшми Нарайна, а то и ниже. Но Кришна Сева настолько высока, настолько великолепна, настолько чувствительна, что глупые люди не могут поклоняться Кришне. Кришна, конечно, очень милостив. Те, кто старается, пытаются, они могут обрести милость Кришны, но чтобы служить так, чтобы Кришна был полностью удовлетворен, это не так просто.
И вот таким образом. Не должно быть никакой привязанности, даже никакого запаха привязанности. Оно... И вот но мы все должны совершать ради Кришны. Все. Мы должны думать, что наши дети, жены, родственники и все прочее, мы должны использовать их в служении Кришне, не в качестве объекта своего наслаждения, а в качестве объекта служения Кришне. Как люди могут сказать, что у отца и матери может есть какая-то любовь к детям, это естественно. Отец и мать, они очень любят своих детей, но все же это их любовь, она осквернена, она нечиста. В материальном мире чистая любовь, она невозможна. Вот на этом материальном мире такая чистая любовь невозможна. Хираньякашипу, он думает, что пятилетний ребенок Прохлад, он мой сын, он может слушать мои слова, он объект моего, он наслаждение. И в тот день я говорил, что эти божества очень прекрасны. И тот, вот кто-то думает, что в каком-то храме божества красивые, но это не Бхагавад Даршан, это больше склонность к наслаждению, то, что мы смотрим на божества и наслаждаемся их красотой. То есть в таком случае эти божества становятся объектом нашего наслаждения, и это... неправильно. И Прохлад Махарадж, пятилетний ребенок, но Хираньякашипу думает, что он объект его наслаждения, то, что он может исполнять его указания. Если вы наслаждаетесь чем-то, пытайтесь понять это. Если вы в своей жизни наслаждаетесь чем-то, делали, делаете или собираетесь делать, то можно подумать с холодной головой, что ради собственного наслаждения кто-то должен что-то делать. Например, если мы хотим насладиться едой, эту еду должен кто-то приготовить. И вот таким образом, если мы подумаем с холодной головой, то все, чем мы наслаждаемся в своей жизни, то, что мы делаем, ради этого кто-то должен вложить какую-то энергию в это. И поэтому Рагхунатха Госвами никогда не хотел принимать никакого служения ни от кого. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж тоже. Они никогда не думали, что я объект, что кто-то будет служить им. Они никогда не думали и не ожидали такого. Шрила Бхактивинода Тхакур написал в своих статьях о текущей ситуации. Он написал это еще 150 лет назад. И в то время Шрила Бхактивинода Тхакур написал, что сейчас ачарьи, саньяси, они ожидают получать служение от вас. Вот, вот Махарадж перевел эту статью Шрила Бхактивинода Тхакур, но мало кто заинтересован ее читать. Вот, ну все. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что текущие ачарьи не имеют терпения, хотят
получать служение от учеников, думают, что они те, кому нужно служить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура таким образом выражает свое беспокойство. И мы не можем ожидать никакого служения ни от кого. Например, кто-то... Ну, кто-то хочет какие-то пожертвования дать, но все знают, что источник денег, он нечистый, то Махарадж не берет такие пожертвования. И вот или какой-то преданный приходил к нему с какого-то печатного пресса и сказал, что тут какой-то человек хочет пожертвовать 10 миллионов рупий, но нужно. Ну, что-то там сделать, еще надо было что-то там подписать, я сказал, что не надо. И таким образом мы должны подумать снова и опять перед тем, как принять что-то от кого-то. Мы должны будем вернуть, отплатить этот долг. Если мы принимаем что-то от кого-то, мы должны будем отплатить, вернуть этот долг. Это возможно для великих возвышенных саду. Они не привязаны ни к чему, все, что они... делают, они не привязаны, они используют это все в служении, для них это возможно. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура написал, я не мог полностью ответить. И вот... И вот Шрила Бхактивинода Тхакура написал такие слова, что мы не должны пытаться строить большие храмы, большие здания, поскольку это будет только обуза для нас. Мы обусловленные души, наш ум раскидан по всем материальным вещам, мы не можем сконцентрировать свой ум на Харибаджане, поэтому это будет только преградой на нашем духовном пути. Бхактирасамрита Синдху Махарадж на Бенгале говорит много сокровенных вещей. И там Рупа Госвами Пад также пишет, что мы не должны пытаться организовать какие-то большие вещи, которые что-то масштабное, поскольку это станет таковой для нас. То есть мы должны делать в соответствии со своими способностями, иначе если мы приступим к тому, что нам не по зубам, то мало того, что ничего не получится, еще и выдохнемся и потеряем свое положение. Как кто-то строит большой храм или какой-то для кого этот храм нужен, вроде для блага публики, для блага всех, но сами в процессе можем потерять свое положение. Вначале мы должны сами чего-то серьезного достичь, какого-то вечного блага, если мы его теряем в процессе, то что толку от этого храма? Я не говорю, что нельзя строить, но мы должны строить в соответствии со своими способностями и делать все остальное. И вот если кто-то построил большой храм и организовал большой праздник, большой фестиваль, если вы сами потеряли свое положение, свой уровень прогресса, только обрели какую-то дешевую славу, то что толку? Нужно думать о себе также, чтобы не потерять то, что уже обрели. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, для обусловленных душ большие храмы, всякие общества, они часто являются преградой и обузой, поскольку не теряют свое духовное положение, погружаются в материальную поддержку вот всего этого. Но в Бхагаватам мы находим, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Ман мандир карет дирам, что нужно строить большие
гигантские храмы, возводить в честь Кришны. Так противоречиво выглядит. Хотя Бхагаван говорит, что нужно строить большие храмы, а Бхактивинода Тхакур говорит, что смысла нет. И каково решение, какова гармония? Гармония в том, что обусловленные души, если будут этим заниматься, станут обычными кармами. Раньше они пытались совершать баджан, следовали правильным предписаниям, я вот видел какие-то ачари. Нету даже времени аник повторять аник. Я сидя на Вьясасане, не говорил же, один ученик одного ачари, не хочу его именно называть. Это не мое желание кого-то оскорбить, чтобы научиться из любой ситуации, чтобы увидеть, как нужно делать и как не нужно. И вот он получил посвящение достаточно давно, и он сказал мне: «О, Махарадж, я удивляюсь, я никогда не видел моего гуру Махараджа с Малы. Всю свою жизнь, я вот уже много лет с ним, и всегда мало у него на шее висит, а чтобы он повторял, никогда в жизни такого не видел». И вот такое состояние. Эти люди настолько заняты, что они времени аник повторять нет, харина повторять нет, но думаете ли вы, что это баджан? Много таких историй могу рассказать. И вот смотрите, если обусловленная душа, она пытается строить храмы, но в процессе погружается в все эти материальные дела, но лучше, если будем повторять харинам, совершать санкиртан. Однажды один храм был основан в Куладвипе. Шридхара Госвами Махарадж, он сказал, что нужно сидеть и слушать харикатху, слишком большое что-то строить не нужно. Но кто его послушал? И так день за днем что-то строили, и в итоге он вынужден был сказать, что в общем, делайте, что хотите, сказал. И они, гуру Вайшнавы, очень думают о нашем благе. Бхагаван Шри Кришна говорит то, что сказал, это как бы хорошо с одной стороны, иначе куда люди могут прийти, участвовать в харикатхе, в киртане, в арате, в прочих праздниках, это был мотив Шрилы Прабхупады, та причина, по которой он основал 64 храма по всему миру, поскольку 64 различных частей бхакти, различных составляющих бхакти. И вот иначе люди куда могут пойти? Но если вы откроете храм, вы должны быть очень осторожны. Нужно, чтобы возвышенные преданные жили в каждом этом храме. Пытайтесь понять, если вы открыли какой-то большой госпиталь, какую-то больницу, но что толку? Там еще и доктора должны быть, а не просто здания. Если какой-то сумасшедший открыл 1000 больниц, но ни одного доктора там нет, то куда больные эти пациенты придут? И вот перед тем, так же, как открывать какой-то госпиталь, нужно еще и докторов найти хороших. Шрила Прабхупада написал одну статью «Гауди госпиталь» в таком юмористическом стиле о запутанных вещах.
И Шрила Прабхупад по какой причине открыл множество храмов? Шрила Прабхупад был настолько милостив, он хотел дать преимущество обычным людям, чтобы они смогли прийти, принять просад, слушать арати, харикатху, санкиртан, чтобы узнать о подлинном учении Шри Чайтаньи Махапрабху. И Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы со своими учениками и ни с кем иным. И Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы, если он видел какие-то разногласия, пытался помочь ему, пытался ему как-то исправить его. Если не получалось, то оставлял. И также Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что если построили множество храмов, но нет возвышенных преданных, поскольку возвышенные преданные, он сам по себе живой храм, вы не знаете Гаудия Даршана. В соответствии с Гаудия Даршаном вся наши гурвага, они сами по себе мобильные гаудия-матхи. Если вы можете взять кого-то из представителей нашей гурваги в какую-то страну, они будут говорить им о славе гаудия-матхи, о славе Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто такой гаудия-матхи? Я вчера говорил, что гаудия-матхи, он служит Чайтанье Матху, Шри Чайтанье Махапрабху самому. И также подлинные преданные Гауди Матха, куда бы его ни, он сам по себе живой, мобильный Гауди Матха. И если он попадет в какое-то место, там явится Гауди Матха вскоре, он будет говорить об учении Шри Чайтаньи Махапрабху, его славе. И вот Госвами Махарадж тоже никогда не хотел строить никаких храмов. И наш Бхакти Лок Парамахамса Махарадж, Бонгасвай Махарадж, они такие великие, возвышенные личности. Знаете, какая сила, какое могущество Бонгасвай Махараджа? Я на день его ухода или явления расскажу о его славе. Но все же он не хотел строить никаких храмов. Если вы поищете, то несколько храмов только можно найти, только Баджан Кутия во Вриндаване, рядом с Мадан Маханом, очень маленький. И один, я говорил Харикатху, там три храма в своей жизни. Но меня пару раз пригласили в его храмы. И вот я был в Южном Бенгале, там на границе с Бангладешем. И вот Баджан Кутия во Вриндаване, его меня тоже приглашали на день его явления и ухода. И в Калькутте также, то три этих места. И там даже храм не написано, а Баджан Кутия написано, поскольку если храм, то всякие обусловленные души попытаются отобрать этот храм, думая, что храм хорошее дело, и надо его прихватизировать. И поэтому там написали Баджан Кутия. И вот то, что писал Шрила Бхактивинода Тхакур, это имеет огромное значение. И вот, Шрила Прабхупад говорил, что если много построили больниц, но нет ни одного доктора, то эти пациенты, которые будут приходить туда, да, они только умрут, и никто их не вылечит. И, к сожалению, текущая ситуация тоже такая же. И завтра я более подробно продолжу. И вот наш Удавджи и Бхагаван Шри Кришна. Бхагаван Шри Кришна, он назначил Удаву проповедником.
И это наставление Брахмы Нараде, то, что ты должен я говорю тебе Бхагаватам вкратце, ты должен это все расширить, и объяснить и распространить, и это наставление Брахмы. Сарватмани Ахиладхаре Ити Санкальпа Барна. Сарватмани Ахиладхаре Ити Санкальпа Барна. Сарватмани Ахиладхаре mean all the original reason of infinite birth. И вот изначальная причина всех причин — это Верховный Господь. И вот с такой решимостью мы должны говорить Харикатху, мы должны проповедовать, иначе вы будете наказаны. Малейшее отклонение от пути в сторону какой-то корысти испортит всю проповедь. Проповедь — это не шутки. Глупые люди думают, что каждый может проповедовать. Достойно проповедовать не каждый может. И вот я говорил, кто может проповедовать, тот, кто утвердился в Адвайгьян-таттве. И вот кто полностью утвердился в Адвайгьян-таттве, он может проповедовать или какой-то преданный, если или Матья-Матьякари тоже может проповедовать, но под руководством могущественного Ачарьи, чтобы влияние этого могущественного Ачарьи, оно помогло. И вот если вы посмотрите на какого-то возвышенного преданного, вы почувствуете какое-то сияние, какая-то энергия исходит от него. Как если Шрила Прабхупада присутствует где-то, то кто может заниматься какой-то ерундой под воздействием, под влиянием Шрилы Прабхупады? Весь храм, он идеально ведет такое идеальное существование, делается все как надо, когда надо и где надо. И вот мы можем, и только тот, кто утвердился в Адвайгьян-таттве, он может проповедовать, а другие не допускаются. Но если они пытаются проповедовать, то ничего хорошего не происходит. Только позорит все Гаудия Вайшнавское общество. Поэтому обусловленные души на поле проповеди лучше не пускать, поскольку они думают, что проповедь — это сбор денег и все на этом. Но такие люди, которые воспринимают проповедь только как сбор денег у населения, это таких людей нельзя допускать на проповедь. Я мало заинтересован в количестве, я больше заинтересован в качестве. И поэтому Брахма дает наставление Нараде, что ты должен проповедовать таким образом, чтобы бхакти, оно развилось внутри сердец этих обусловленных душ. И с такой решимостью, с таким... И вот Брахма говорит, что с такой твердой решимостью ты должен отправиться на проповедь. И вот Брахма — это наш Адигуру.
и мы должны следовать этому наставлению все. Нарасачари, Рамнузачари, Мадхавачари, Вишна с вами, Нибаракачари. Они все следуют этому пути. Они проповедь, это не шутки. Если пойти в какие-то храмы и посмотреть, чем они занимаются, то можно увидеть, что ничем достойным они не занимаются. И тогда мы поймем, почему я иногда говорю так жестко. Потому что мне не нравится вот такая текущая ситуация. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О, Удав, ты спрашиваешь, я знаю, я скажу тебе об одном случае, я расскажу тебе историю о Авадхуте и Яду». И вот Махарадж уже говорил пару дней о славе Яду, это династия Яду. Сам Кришна явился в этой Ядувамше, он Ядов. Он лучший из Ядовов. И вот эта династия Ядовов везде прославляется. Нельзя оценить могущество Яду. Почему? Поскольку у них есть бхакти. Я уже объяснил, что как это возможно для Амбариша Махараджа контролировать весь мир, поскольку он очень могуществен благодаря бхакти. Бхакти — это шакти. И вот это было возможно для Парикшит Махараджа, для Юдхиштхира Махараджа, для Притху Махараджа. Но сейчас можно видеть, что муж не слушается, жена не слушается мужа, дети не слушаются никого. Вот, и вот так все раз, беспорядок. Иногда вроде, с одной стороны, они вроде живут в одной семье, а если внимательно посмотреть, просто живут в одной квартире, а каждый по отдельности. Но это уже другая глубокая философия за этим, но математически можно доказать, что вот люди вроде живут в одной семье, но по сути все по отдельности, никто друг друга не уважает. И связи между ними нету, только какая-то внешность, что жить негде, живут вот в одной квартире. I'm speaking all about practical thing. I'm making operation and open and going to show you what is there inside your belly. A very nice looking. If I make operation, it is all blood and all bowels can come out. Dirty thing. Then you can hate your own body. You have love for your own body, na? I know. But I can
show you what is dirty things there inside your mind, my mind, my body. One incident I can speak, one. Вот Махарадж пример привести хочет. Случилось в Калькутте, в Солт-Лейк районе. В районе соленого озера. И вот была мать и дочь. Отец развелись вроде бы. Ну, куда-то отец куда-то пропал, в общем. И вот эта дочь очень умна была. Ей было лет 15. И мать всегда ее ругала, что это не так. Но характер матери был известен этой дочери. И однажды она расплакалась. Когда мать опять отругала очередной раз, дочь сказала, что ты мне говоришь, что надо старших слушаться. Ну, дочь сказала, ну это ты злоупотребляешь тем, что ты старше. И потом можешь делать все подряд, и что попало, и никто тебе ничего не скажет. А, ну, эта дочь сама знает, что мать сама такая бестолковая, и ругает, собственно, дочь за то, что она... И вот возвращаемся к Аватхуту. Аватхут значит... Аватхуты, они за пределами всех правил и предписаний, их нельзя заставить следовать каким-то правилам, поскольку их жизнь таких парамхамс, она уже идет в соответствии с желанием Верховного Господа, и нельзя их пытаться заставить следовать каким-то внешним правилам. Если мы будем ругать Вамшивада с Бхагаваджи Махараджа, что он там делает, что так поздно, почему только в три готовы, не знаю, что такое бхакти вообще. Это глупо, поскольку их жизнь парамхамс, гуру вайшнавов, оно находится в полной гармонии с желаниями Кришны, но кто-то внешне видит какие-то недостатки, опоздания, потому что они ничего не делают, ни к чему не следуют, что за бардак какой-то везде. Мой гуру Падма обычно говорил, что польза матха, гауди матха, может быть обнаружена тогда, когда чистый саду там находится, если нет такого саду. Какие-то одни обусловленные души организуют свое общество, навязывают свои правила GBC, эти собрания и прочее. Всякие эти голосования и прочие вещи. Но решения должны приниматься чистыми саду, а не каким-то глупым большинством. Но сейчас можно видеть, что всякие решения принимаются людьми, которые не могут себя контролировать, не то что кого-то или что-то. Шрила Прабхупад никогда такого не хотел. И таким образом, смотрите, один аватхут, он за пределами нашего понимания, лимита нашего понимания. И вот никто не может понять характер аватхута, что он делает, как делает, зачем идет, что говорит. Они всегда находятся в бхаве, в состоянии бхавы. У них всегда такое великое чувство внутри их сердца, и
они в соответствии с этим все делают, они, с, они в соответствии с чьими-то внешними указаниями. И вот нужно... This is your character. Now, Jadu is powerful. The reason I told is he has bhakti. That's why bhakti is a power. Avadut dijam kachit charantam akutu vayam kovin niriksho tarunam jaduhu prapaccha dharmavid. One day, dharmavid, dharmavid means who has knowledge about what is dharma, what is not dharma, all the intricate subject matter of dharma is known to. И вот что такое дхарма? Яду, он знает, они знают, что такое дхарма, и вот поэтому Бхагаван Шри Кришна выражает почтение этой династии Яду. Смотри. И в Бхагаватам 10 песне в начале говорится Яду, что они не просто дармовид, как здесь, а дармовиттама, лучший из тех, кто знает дарму. Яду, этот дармовид Яду увидел этого внешне нищего Авадхута и захотел узнать. И вот он спрашивает, Яду Махарадж спрашивает. И вот одно очень важное я забыл сказать вам, что чистый саду может узнать чистого саду. Это очень важно, как ученый может узнать ученого, рыбак рыбака и видит издалека и прочие примеры. Люди не думают, что нужно идти к саду, зачем они не понимают. Многие приезжают в святые места, но да, о том, что не найти подлинного саду, даже не думают. Мысль такая, многим не приходит. So that you can see, idiot. Who in your family tradition saw Da? So you can say, I have seen Da. Da is not a matter of joke. Увидеть даму это не так просто, это не шутки. Поскольку многие приезжают, видят какие-то там киоски с мороженым, печеньем, вареньем и прочим. И кроме этого ничего не видят. И вот увидев действие этого Аватхута, его прекрасный образ, он понял, я вот уже сказал, что один саду может узнать другого саду.
Но обычные люди не могут этого сделать. Как Шукадев Госвами. Он пришел. Вот он шел без одежды, без... Ну, как родился, в общем, так и пошел на это собрание. И вот он шел так, да, обычные люди кидали в него камни, обзывали, как-то пренебрежение всячески выражали, но они не знали, кто он. Но смотрите, когда Шукадев Госвами достиг собрания мудрецов, там был отец и дед, прадед, прапрапрадед и все прочие старшие. Они все встали, поскольку они осознали, что хотя ему 16 лет внешне, но он великая личность. И вот саду может быть узнан другим настоящим саду. Материалисты не могут ничего сказать о саду, кто не саду, кто им дал право судить вообще. Что они сами обусловлены души, и как они могут узнать подлинного святого. Некоторые думают, что саду должны только обманывать и говорить ложь. Иначе какие они саду? Это те, кто говорят об абсолютной истине, их всячески избегают, поскольку такие саду могут сказать неудобную голую правду, и поэтому их не приглашают, как правило, никуда. И вот такое состояние общества. И вот суждение о том, кто саду, а кто нет, кто может его совершить. И вот чистые саду, они могут узнать настоящего саду. И вот Яду Махарадж, он был сам саду, может, он был царем в какое-то время, не был в отреченном укладе жизни, но кто знает, может, он был отречен внутри, получив остальных. Почему Бхагаван Шри Кришна назвал ему Дармавиттама? Наверняка этот титул он не просто так получил, а за заслуги какие-то. И вот когда сам Шри Кришна дал ему такой великий титул, то это говорит о том, что он знает Бхагавад-дхарму, он лучший из последователей Бхагавад-дхармы. Это простая логика. И вот среди всех последователей Бхагавад-дхармы, вот он лучший из всех. И Яду поклонился, выразил почтение этому Вадуту и спросил: «О, Брахман, Акурту, Шувиша, Шувишарада, Jam Asyadu Bhavana Lukam Vidyam Sharat Bhava. You are that learned man. Ты ученый человек, ты татвавид. И как, с каких пор ты обрел это настроение? И почему ты ходишь как ребенок без одежды, без ничего? Откуда ты? Как, откуда, как ты, значит, следовать этому? Хотя такие люди, как ты, у них множество желаний. Ты можешь жениться, зарабатывать деньги, наслаждаться своей жизнью, но откуда ты обрел такое настроение, жить как сумасшедший, ходить без одежды? Я хочу
узнать об этом, поскольку обычно весь мир он занят дхарма, артха, кама и мокша. Вот это четварга. Но откуда ты обрел такое настроение? Я вижу, ты очень способен, очень силен, очень разумен. И Яду, посмотрев на Вадхута, понял все и задал список таких вопросов. И вот каждый в этом мире, они все заняты погоней за дхармой, артхой, камой, мокшей, но что о тебе? Что ты развил такой разум, откуда? У тебя, в то время как весь мир стремится за дхармой, артхой, камой, мокшей, пытается наслаждаться своей жизнью. Все, что они делают, все связано с их наслаждением, но откуда у тебя такое настроение, такое чувство? Что ты оставил все это и живешь как сумасшедший. Я не могу понять, какова причина, я думаю, но не могу понять причину, по которой. Вы развили такое, такой разум. Ты очень способен, очень силен, прекрасно выглядишь. Я знаю, что ты кави, что ты знаешь суть вед, не можешь это скрыть, видя тебя, я понял, что ты знаешь сокровенное смысл вед. И вот ты можешь прекрасно говорить, но хотя до этого момента Вадхут не произнес ни единого слова, Яду только говорил. Но все же, как это возможно для Яду узнать, что он мог так прекрасно говорить, хотя тот даже не поздоровался. Значит, Яду, самосознавшая себя душа, он может понять такие непонятные с виду вещи. И это могущество мы видели в нашей Гуруарге, как Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такури. Если Шрила Прабхупада смотрел на кого-то, он мог понять. Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхардхана Госвами Махарадж, они понимали, кто есть кто. И вот смотрите. Почему он мог говорить так сладко и ему контролировать свои слова и его представление всего было очень прекрасно, стиль его разговора, стиль речи, но почему ты тогда живешь как сумасшедший?
you are not changing your clothes, you are passing urine and soul and not going to let or nothing. Why? What can be the somebody going to give some chapati or bread? Somebody going to driving away, go from here. Somebody invite and change clothes and making, you know, going to arrange bath for them. Then clean the body, give new clothes, going to make him sleep in the bed. Again going outside, right? Staying in the road. Anything in his life is not worried about that. This material world is burning. Chaitanya Mahaprabhu told, Если Чайтанья Махапрабху говорит, что этот материальный мир, он подобен лесному пожару, мы, может, не можем видеть из-за нашей слепоты. Если внимательно посмотреть, то видно, что все спорят, сражаются друг с другом ради каких-то своих корыстных интересов. Janeshu Dajjamaneshu Kamalovo Dabagnina. Same thing Jodhu Maharaj speaking. Janeshu Janeshu Dajjamaneshu Kamalovo Dabagnina. Jodhu speaking, this material world is burning. И вот Яду говорит, что этот материальный мир, он горит из-за камы, лобхи и всего остального. И вот они борются друг с другом, это как лесной огонь. Яду также говорит. Due to the influence of different ripu, your heart is burning. And the whole world just like forest fire. Whole world, like forest fire. Going on. But how possible that fire not touching you? Ну как это возможно, что этот мир подобен лесному пожару, но огонь не затрагивает тебя? Что ты подобен слону, хитрому слону, когда он видит, что пожар в лицо? Elephant is very clever. Elephant going to enter into a water source. И вот слоны не заходят в какие-то водоемы и там пережидают этот пожар. И таким образом вот эти слоны очень умны, знают, где все озера. Если какой-то пожар начинается, бегут к озеру, залазят внутрь и там смотрят на все в безопасном месте. И вот почему мы находим, почему тебя не затрагивают все эти проблемы материального мира, я очень заинтересован узнать все это. Можешь ли ты объяснить все? Prahlad Maharaj also. You don't know, this is the topics of Jodhu Maharaj. Prahlad Maharaj also met with one Ajagar Tapasvi. He is lying like that. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj alone in guise of ordinary man. On those days, those kings. Прохлад Махарадж тоже, он однажды, ну не однажды, регулярно он ходил, переодевшись в обычную одежду, смотреть, чем его подданные живут, что думают, что говорят. Going to change that dress, and king has this ordinary dress, like
И вот он одевался обычным нищим, и никто не знал, что он прохлад. И ходил, смотрел, что в его царстве происходит. Довольны ли жители или нет, Рамачандра тоже этим занимался. They are happy or not? If there is some miscreant going to make some problem, so used to travel. This is the nature. Prahlad Maharaj, Ramchandra, all day. It was the rules. So now Jadu also doing this way. Now speaking. И вот я до тоже ходил так, смотри, вот смотрел, и вот откуда увидел и задал ему список вопросов. Why you are not affected by matter all around? Why you are not affected? Everybody affected. Come on, everybody feeling attraction. Everybody, but why you are not feeling attraction from any matter? Почему все чувствуют влечение к материи, а ты не чувствуешь? Какова же причина за этим? И как это возможно, что ты чувствуешь радость в самом себе? Почему саду вы не должны прекращать думать об этом? Почему саду не испытывают какое-то блаженство, поскольку они не зависят, не ищут какие-то наслаждения во внешнем мире, а черпают его внутри себя? И поэтому чистые саду вайшнавы всегда счастливы и не ищут чего-то вовне. Why you are satisfied with yourself? Почему ты доволен? So today I'm going to stop. I'm bound. Сам с собой. Вот завтра будут ответы на эти вопросы. На сегодня конец. И вот мы должны слушать с неотрывным вниманием. И вот мы должны помнить все услышанное и не забывать. И это польза от того, что вы приходите сюда. Мы должны слушать Харикатху, помнить и применять в своей жизни.